Здравствуй, Архангел Михаил. Сегодня в нашей школе я хочу спросить, как влияет татуировка на человека. Хорошо, сейчас мы поговорим на тему украшения тела своего человека. Ведь человек считает, что таким образом выделяется из толпы. И это бесспорно приносит эстетическое удовлетворение носителю татуировки. Определенная необходимость, например, в племенах туземцев, маскировки, либо выделение себя для победы, например, в каких-либо брачных турнирах, имела место быть на заре зарождения человечества. Отголосок этих событий остается до сих пор. Но в отличие от первобытных племен, сейчас татуировка служит больше для выделения себя из массы себе подобных. Когда у человека отсутствует уверенность в каком-либо направлении жизни, он компенсирует эту недостачу таким образом. Как влияет тату на человека, имеется в виду духовный аспект. Поскольку на тело, конечно, оказывается влияние посредством изменения его физических характеристик. А вот дух – чем больше зататуировано тело, тем меньше доверия у человека к окружению и к себе в том числе. Человек прячет свои проблемы за татуировками и кажется сам себе более значимым. Это придает ему уверенности. Но чем больше тату, тем меньше понимания самого себя. Татуировка любая несет в себе определенный код. Человек, сам того не подозревая, меняет свою судьбу и жизнь, поскольку все то, что проявляется непосредственно на теле, влияет на духовный потенциал каждого человека. Если же человек, например, безусловно верит в то, что какая-нибудь татуировка имеет сакральное значение и может раскрыть более полное его возможности, по вере человеку дано будет это раскрытие. Такое также случается нередко. Благодарю тебя, Архангел Михаил, приняла Оксана Камяна.